Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Дорогі отці, браті і сестри, іноки і інокині, ми сьогодні празднуємо праздник у праздник і торжество торжеств Святого Христового Воскресіння. Поздравляю вас, уважаємі отці, з праздником Пасхи Божої Спасительної. Это тот день, когда просвещается всяческое небо и земля и преисподнее светом Христового воскресения. Это тот день, который ждало человечество все века, живя верой в искупление рода человеческого. Мы видим, как Христос приходит. Мы видим, как Он облекается в человеческую плоть для того, чтобы вознести на древо крестное первородный грех. Мы видим, как Он снисходит с плотью человеческую и божескую природою в ад для того, чтобы там разорить твердыни преисподней. Поэтому и ликует сегодня вся Вселенная, живя верой в воскресшего Господа. А великий Иоанн Златоуст говорит: где твоя, Аде, победа? Где твоя смерть и жало? Воскрес Христос, и ты уничтожен. Воскрес Христос, и ты побежден есть. Это самое главное, что теперь уже люди не наследие греха, не чадо гнева, а чадо Божие. И в этом заключается вся суть праздника Пасхи Божией Спасительной. Поэтому поздравляю вас, мы желаем вам духовного утешения, духовной радости и спасения во Христе воскресшем Господе нашим, и же слава во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе, дорогие братья и сестры! Продолжая пасхальную тему Его Высокопреосвященства митрополита Николаевского и Очаковского Петерима, мы предлагаем вам, наши добрые зрители, присоединиться к празднику праздников и торжеству торжеств, светлому Христовому воскресенью, и еще раз пережить эту дивную пасхальную ночь, которая начинается торжественным крестным ходом. Исчезает дым.
погибну грешницы от лица Божия, по праведницы да возвеселятся. Господь, возрадуемся и возвеселимся Бог. Христос воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал. К светлому Христовому воскресению приглашаются все, и постившиеся, и не постившиеся. И сейчас, дорогие друзья, вы были свидетелями того, как молился Владыка вместе со всеми людьми у закрытых дверей собора, которые символизировали камень у гроба Господнего. И вот он отвален. Двери собора широко распахнулись, и там начинается пасхальный канон, исполненный радости и торжества. Ощутить полноту веры и причастность к великой тайне воскресения Христова и помогает нам торжественная пасхальная ночь. Это великая тайна, которую умом понять невозможно. Можно понять только душой. В соборе заканчивается торжественный пасхальный канон, и сейчас начинается пасхальная божественная литургия. Священники во главе с его высокопреосвященством, митрополитом Николаевским и Очаковским Петеримом, в красном облачении. Торжественная пасхальная литургия, на которую приглашаетесь и вы, наши добрые друзья. Yeah.
Великое и главное чудо на земле совершилось. Христос воскрес. А подтверждением тому является схождение благодатного огня в храме гроба Господнего в Иерусалиме. И этот благодатный огонь растекается по всей земле. Встречаем его и мы, освещая свои души благодатным огнем. Друзья мои, присоединяемся к этому великому событию. Сегодня мы видим, как Господь дает нам свою милость, свою любовь, чтобы мы жили в Боге, в мире и в благо. Сегодня мы уже, слава Богу, живем в благодати Христа воскресшего, в благодати того, что Господь милует нашу еще землю, наше человечество. Милует тем, что снисходит благодатный огонь на землю, с неба, во гробе Господнем. Казалось бы, человек не знает, куда идет. А слава Богу, что мы получаем этот благодатный огонь. И сегодня, как обычно, в субботу, около 2 часов пополудни, был получен патриархом Иерусалимским благодатный огонь. Это свидетельствует о том, что этот огонь есть свидетельство того, что есть истина, есть Бог, есть то, о чем не может подозревать безумный атеизм. Есть то, что недоказуемо. Откуда вот такое происходит? Никакими сегодня средствами нельзя доказать происхождение этого огня. И в этом есть истина. Поэтому, слава Богу, сегодня мы привезли уже огонь. Вот, милости Божией, он у нас есть. Одни, другие. И слава Богу, что еще люди пришли, которые тоже привезли из далекой Палестины этот благодатный огонек, который дает нам радость. Радость спасения. Христос воскрес! Воистину воскрес!